Всем доброго дня! Предновогоднее у нас настроение, да? Да. Едем за продуктами. Едем за продуктами в магазин. И заедем, заберем, ковры нам сделали. Покажем вам, как швея нам пошила ковры. Осталось материала, говорит, у нас тут чуть-чуть, да? Может, вырежем сами, может, у кого-нибудь возьмем этот образец. Да, ножницы будет взять большие. Либо нож малярный. Вот. В общем, едем за ковриками, а потом в магазин. В пробках немножко попали. Так, ребята, все, приехали мы за коврами. Вот мастер Вика. Да, короче, да, рыжий помощник. Вот, получились такие ковры у нас. Мягенькие, обшиты кожей. Да, тут у нас типа сиденье под пневму должно быть. Мы сделали дополнительный квадрат. Если без пневмы будет, будем подкладывать вот такой вот кусочек. Попросили сделать. Остался материал, потом померяем там сверху еще сделаем. Ну, материал супер, да? Вообще класс. Так что, кто захочет, чтобы Вика пошила вам ковры, Инстаграм. Да. Алена оставит ее. Да, мы контакты оставим. У нас ссылки. Да, Инстаграм. Инстаграм она кинет в описании, так что, если что, ковры она вам пошьет. Классно, да? Не, материал вообще... Нет, классно. И оно ничего не облупится. Я потому что специально несколько раз прошила, думаю, потому что... А когда делала, Вера пошла мне купила какую-то херню купила. Вообще мне не понравилось. Какую-то херню, а она тонкая, она бы не обшила вот это, и то только 5 метров, посмотри, оно же не обошьет, вот, ну, оно бы соскакивало, а я свекрови же шью подлокотники кожаные, я говорю, Лера, слушай, я возьму просто полосочками нашила, и между собой его посострачивала кожу, и просто потом раз. Так что, ребята, кому интересно, заказывайте, да, все. Заказывайте. И перед самым Новым годом Алена, чтобы не упустить удачу в придачу, побежала в Евроопт. Да? Надежда умирает последний. Обычно. Он бы еще открыт. Так, ребята, начинаем распаковки. Заехали еще в Гипо. В Евроопте не было этих огурцов. Купили в Гипо яблоки на 30 рублей образно. Огурцы, мандарины, яблоки. Три пачки макарон. Это в Гипо. Потом распаковки с Евроопта. Ну, зачем ты забрасываешь? Распаковки Евроопт. Морковь. 2 десятка яиц, потом 2 перца на салат, помидоры на салат, лаваш на рулет, матиас на шубу, хлеб черный, чеснок, бананы, так это что вылетело, сыр, потом рулет мясной какой-то. Фарш такой, с индейкой фарш там был какой-то, да? Угу. Куриный, свиной, потом мясо, курица, сыр такой, 2 сыра таких, потом, это что? Масло. А, еще сыр, масло и колбаса на горошек. Варено. Это первый пакет. Дальше жидкости. Сок гранатовый. Швепс. Кола к искарику. Собачий корм. Сок. Потом еще собачий корм. Квас лицкий темный. И еще один собачий корм. Все. Вот за это все отдали образно 200 рублей, да? Да, 170 чем-то. Так что
где ковры заказывать, ребята, ссылку мы оставим у Вики. Если кто-то захочет, тому понравились, как она шьет, там, можете со своими старыми обратиться к ней с лекалом, можете со своим материалом, да, все она вам пошьет. Ссылку на ее инстаграм оставим в описании. Всех с Новым годом, с наступающим. Ну, видео будет уже, когда пройдет Новый год. Да. Да. Новогодняя полянка у нас уже накрывается. Да? Чушпан. Ты чушпанка, конечно. Все, мать салаты заносит. Картошка уже варится, да? Мясо жарится? Мясо в духовке. Котлеты готовы, курица готова. Готова, рыба готова. Рыба готова. Сейчас все будет. Рыба готова. Да, рыжий чушпан. Алёнин племянник. Ты кучерявый. Ты кучерявый, говорит. Все. Бачку показал наш? Да. А маленький? Это ветка сакуры. Да. Так, ребята. Вышли мы на вечернюю прогулку. И нас выщемили кто? Соседи. Соседи. Максим говорит, заходи, по-любому не уйдешь. Живым, по крайней мере, сегодня, да? Да. Ну, мертвым пойдет. Мать, под елочкой моргается. Конечно, красивая такая. Натали. Привет подписчикам. Короче, балдеем дальше. Новый год продолжается. Да, 3 число мы все гуляем. Жень, набито. Обезьянку не веди, рыбку тоже отпусти. Господи, 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 прости. Надо. Не боли, не знай слез, он шел за ней в нем. Так, друзья, всем доброе утро. Мы проснулись 12 дня. Едем доделывать татуху. Позвонили Паше. Сказали, что уже Новый год прошел, уже можно, да? Да. Уже вроде отдохнули, надо доделать. Поэтому едем делать мне ангела доделывать. Посмотрим, что там получится. Все, ребята, мы уже начали разукрашивать нашего ангела. В прошлый раз у нас был контур. Знаешь, какая красота получается, да, видно? Да, в отличие. Видишь, что сделано? Все. Давай сюда фото. Почти первая часть готова. Осталось пальцы забинтовать ему. Доделанном виде. Нормально? Да. А? Да, мне нравится, что с белым. 3D. Все. Всем доброе время суток. Доброго времени суток. Куда мы едем? Мы едем в аквапарк. В аквапарк едем. Собрали малышей, младших, старших, не видно. И едем. Да, поедем в аквапарк фристайл на Сурганово. Поплюхаемся, походим в баньку, сходим. Мне больше всего хочется, мне хочется больше всего баньку. Наша елочка, видишь? Да. Главная елка страны. Кстати. Все, ребята, мы доехали в аквапарк фристайл.
Дети ждут там, нас мы перекуриваем, потому что там потом не покуришь. И пойдем, да? На улице погода нормальная? Ну да. Утром мороз, минус 9, сейчас 0. Русалки переодеваются. Алена, проход в аквазону поперли. Что, кайф? Кайф, да? Реально кайф. Вода вышла из берегов. Говорит, с цепочками не газ лежать. Мать гребет. Пойдем посмотрим, что там. Смотрите, там может быть глубоко. Все кайфово? Да. Идем, короче, в бане. Тут сколько? Бань 5, наверное, есть разных, по-моему. О, видишь, какой тут комплекс? Тут тоже и бассейн, и баньки. Погреетесь. Быстро? Так жарко. Погреешься быстро, на пару минут. Банька. Бля, обратно гребем. Все, отплавали, да? Приехали куда? Кафе «Мираж» за шаурмой. Проголодались пингвины. Будем кушать шаурму.
Ну, ребятки, мы отплавали. Ты устала? Да. Устала. Я тоже устал. Короче, на 3 часа брали, да? Сколько мы отдали? 300 рублей, да, да. На всех? Да. 300 рублей отдали. Да, почему мы там не кушали? Это мы не кушали, да. Там, да. 300 рублей. Ну, то так, почти 100 долларов. Дороговато, да? Да, я считаю, что дорого. Да. Она говорит, дорого. Мы даже в баню не сходили. Дети брали с банями, да? Дети не захотели в баню. Только Дан ходил в бане. Мы не пошли. Заехали, шаурму перекусили. Такое насыщенное у нас, да? Мы вчера выехали. С Березино сюда заехали, переоделись в аквапарк, и сейчас только домой. Если честно, подустали. Ну, да. Так что на этом наш ролик будем заканчивать. Всем приятного просмотра. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. Всем пока-пока. Пока-пока.